Как я попала на передачу «Пусть говорят» к Андрею Малахову, моя жизнь изменилась в хорошую сторону, в очень позитивную сторону. Я нашла много друзей, которых потеряла за этот период. Не то, что я потеряла, а которые потеряли, можно сказать, меня, потому что я исчезла от всех людей, друзей. Многие люди просто не понимали, где я, что со мной. Немножко до того даже, как попала в передачу, но еще было не так близко, потому что он не знал, как со мной общаться. После передачи, конечно, все поменялось. Он понял все для себя. Он начал со мной общаться. И все у нас в семье хорошо. Была у брата дома, увидела своих любимых племянников. У меня теперь пятеро. Я получала очень много писем, с благодарностью тех людей, которые также не могут себя найти, которые также думают, и как же сделать это, чтобы не было проблемы в семье. Вы знаете, конечно, такая история, это такая ситуация, что ты не можешь поменять мнение многих людей. Конечно, будут подсмеиваться, конечно, будут, кто-то издевается над этим, кто-то старается сделать больно. На творчестве, как это сказалось, я всегда была артистка, я всегда была на сцене, я всегда покоряла, я всегда ценила зрителей, я всегда творила и дарила свое искусство народу. Конечно, когда я проходила через все это, я думала, что я больше на сцену не вернусь, потому что я хотела просто исчезнуть и начать новую жизнь. Но когда это твое признание, когда тебя Бог создал для сцены и радовать людей, то ты никуда от этого не уйдешь. И поэтому я опять вернулась на сцену, но уже, конечно, в новом образе. Конечно, бы с удовольствием спела. Я даже как-то учила песню из ансамбля «Авеста», то, что поет Тахмина. Я учила эту песню, но, к сожалению, к своим занятым очень графикам я не смогла реализовать эту песню, но я бы с удовольствием бы спела бы на таджикском языке, и мне, конечно, бы хотелось, чтобы именно для меня написали песню и музыку, и стихи, которые конкретно посвящаются мне, и спеть свое авторское произведение на таджикском языке.